внимание. Если вам мешает реклама, вы можете закрыть ее, просто нажав на крестик в правом верхнем углу «Реклама». Раз, два, три, четыре девушки. Итак, встаем, значит, по часовой стрелке, двигаемся под музыку, встаем по принципу «мальчик-девочка, мальчик-девочка». Так, у нас сюда мальчика не хватает. Вот сюда идите. Вот сюда, вот между девочками. Итак, смысл заключается в следующем. Как музыка останавливается, мужчина хватает ту женщину, которую давно хотел схватить. Если ему не хватает женщины, и он выбывает из игры, он берет любую. Понятно, да? В общем, за руки не держимся, двигаемся зажигательно под музыку. По часовой стрелке. Папка конкурсы, мы поехали! Двигаемся зажигательно! По кругу, поехали! Двигаемся! Вам мужчин не хватило, да? Берите любую, какой давно хотите взять? Мое у меня скачет! А вот эту, да? Все, идите. Идите, идите, вы выбываете. Выбываете. А мы дальше зажигательно, горячо двигаемся. Поехали! Барбара Стрейсен. Жених и невеста хотят Кучерянова, не считается. Поехали! В другую сторону двигаемся. И немножко давайте-ка поменяю я вас. Больно ты вцепился. Я даже проревновала. Так, ну-ка. Поехали! Любую отсюда. Сергей, вам нужно выбрать девушку любую. А вот все забрал. Как пришли, так и ушли. Герой, берете свою женщину. Берите, берите. Можно я подумать? Да, конечно. А мы двигаемся дальше и становимся очень горячо. Поехали! Вот это борьба, за это нужно выпить. Так, но вы не расстраиваетесь, вы все равно берете Марину. Да, да, вы все равно ее забираете, видишь, какая добрая. Продолжаем, двигаемся, и становится совсем горячо. Мальчики, держим дистанцию. Девочка вас сейчас будет бояться. Катя, держи. Crazy, but you.
Они нашли друг друга. Все. Так, теперь двигаемся близко.